Кс-кс-кс. Друзья, всем привет. Поросята испугались. И, друзья, что я хочу? Там спрашивали. Пойдем. А ну. 15. Не бойся. А ну, вот так давай. Молодец. На корыто не ложись. На корыто лягла. Давай, ложись. Давай. Все нормально. Ты переживаешь, не переживай. Давай. Надо ей помыть. Сейчас я ей помою здесь. Глаза, одну секунду. Друзья, вот такие мочалки. Ну, домашние мы, когда меняем мочалку, ну, она такая вроде нормальная, еще целая. Я Кате говорю, не выбрасывать, а в сарай. Я и машины мою, да и все. Все, что можно помыть, все ними можно мыть. Давай. Так, вот что у нее тут на глазах. Сейчас ее покупаем. Давай, будешь. Вот такая свинья. Давай, сейчас. Сейчас пускай глаза вот так откиснут, а то и мешает. Вот тут. О, свинья не может здесь сама помыться. Я ее покупаю сейчас перед родами, да? Давай. Вот так. О, видишь? А ну давай этот глаз. Давай. Угу. Да. А у нее там слезы текут. Вот так, да? Пятнашка. Гляньте, как она ей нравится. Такая синяя. Вот так. Да. Давай тут за ухом помоем тебе. Вот так. Вот так. Видишь, как глаз помыли тебе. Красотка. Вот такая синяя. Давай, Аня, давай мне. Давай, вот так. Давай. Не мама, а какая еще. Все, молодец. Давай, и тут. Все, покупали свинью. Все. Друзья, я же говорю, она как бы спокойная свинья. Потом сполосну эту. Она спокойная, все, но я же еще хочу сказать, она заваливается, все нормально. Но когда она будет пороситься, ну кто держит свиней, тогда она может как бы совсем другой стать свиньей. Сразу так, в один момент. Клац и все. И это уже будет не пятнашка такая добрая, а какая-то, знаете, пятнаха, прям злюка-злюка. И все. Ну, пока мы не переживаем, мы и в дальнейшем не переживаем. Единственное, главное, чтобы потом она как бы, ну, вела себя нормально. И все самое главное будет, ну, как бы, и как правильно объяснить. Ну, сейчас нету никакого страха, и потом мы ее не будем не бояться, чтобы она нас не боялась. Вот. Чтобы она не была агрессивной. Как я уже говорил, что была это, как ее, Зина из магазина. Ну так. Все. Молодец. Малышня, что вы хотите? Так, друзья, нарезал им немножко кабачков. Я сегодня им давал. Ну, по чуть-чуть даю и птичке дал сегодня такого молоденького. О, пятнашка уже вскочила, вы слышала. Они все, друзья, сразу встают, когда я там что-то режу. Все, они... На, пятнашка. Я ее без камеры хорошенечко прочистил. На, вот так. Вот такой кабачок вкусный. И целый она, у нее рот большой. Он туда еще и кину. Пускай. Не можешь. На. Возьми. На, вот, бери целый. Кусай.
Палец только мне не откуси. На! Давай тебе в корыто. Надо было разрезать ей. Вон, корыте. Все, в корыте она возьмет, откусит. О, видите? Поломала. Молодец. Так. Ну, этим порезал, конечно. Сейчас. На, мухе тоже сегодня чуть-чуть давал, ей нравится. На, еще кабачки, вставай. Щекатая, вставай. Малые тоже он пробует. Я им так понемножечку и травы кидаю. Еле-еле, друзья. Ну, уже больше месяца можно им по чуть-чуть всего давать. Уже кушают. На еще. Кушайте. Так. Это козлихам. Сейчас покажу вам еще. Пойдемте. Все, пятнашка. Кушает. Так, пумба. На тебе, на. Вон в корыто кидаю. В корыто ему. Ну, друзья, сейчас корыто, потому что все у меня в этом. Руки заняты полностью. Ой, я извиняюсь. Вон они. Видите, облизывается. Ай, артисты. Так, раз. Это Фионе сейчас отнесу. Вот она. Друзья, кстати, часто спрашивают, где Фиона. Ну, я понимаю. Может, кто-то перемотал. Это ж такое дело. Я сам тоже смотрю блогеров. Перематываю иногда. На. Вон. Вставай давай. Мадамка. Вставай давай. Когти мы ей немножечко подстригали. Кстати, друзья, у нее, я так и не говорил. Или я не помню, но хочу еще раз сказать. У нее прям такие тугие, что тяжело. У кос не такие когти. Ну, когда им стрижешь, у кос мягче. Туго, но мягче. А здесь вообще прямо я еле откусывал. Ну, она встанет потом. Вот кто любитель всяких моих презентиков. Катька, а что ты пораскидывала всю траву? Кто будет вам вот это? А, еще и нагадила. Уже не будет это есть. На! Пока не съешь, не дам ничего нового. Ой, им объяснять. Так. На! На, ждут. На! Тут я им нарезал вот так. По чуть-чуть. Я им давал. Сейчас почему и по чуть-чуть? Потому что я им уже сегодня давал. Много давать тоже нельзя, друзья. На. Всякие такие вкусняшки, это их любимые. Так, раз, два, три. На. На. Не, открывать нельзя, друзья. Летают вон. Оп. Схватил. Оп. Бегают. Всяких жучков. Какого-то жучка поймаю. А ну давайте ему еще немножечко вот так. Жучки всякие, паучки. А ну, Цезарь. Так, надурим мы его или нет? А ну, на. На. На, говорю. На. Не, он не ест ничего вообще такого. Ни яблоки, ни сливы. Я сегодня давал им слив по одной. Нашел. Вот, кукурузу сейчас выберет всю. Оставь Гаврюше. А Гаврюшка кушает. Уже видите, уже не кричит. Просовывай голову вот здесь. Вот. Все. Все, видите? Вон. Кушай, Гаврюш. Он тоже кукурузу выедает. Вот так все. Кукурузка и кабачки. Ну, ему мелко надо резать. Ну, а я, друзья, сейчас уже как бы... Пускай он кушает. Сейчас хочу поставить им на место ихний вот этот, ну, вот эту ерунду ихнюю, накрытие, грубо говоря. Почищу, песочка нового сейчас подвезу и сделаю, чтобы им тут было счастье. Вот, гляньте, какие эти фавориты, уже малые догнали их. Утки уже точно такие же, как и те малые.
Ну, оставим, я же еще раз хочу, вот этого оставим. На следующий год, и нам хватит, друзья. А уже на следующий год и этих уберем. Хоть они и будут старенькие, можно будет там... Ну, то уже мы разберемся. Уже надо, потому что Гаврюша уже, можно сказать, привык к своему этому отсеку. И уже можно спокойно делать. Все, друзья, видите, пока я там ходил, она встала, все поела. А малые теперь у нее. Кстати, мы с Катей сегодня ходили, разговаривали. Я хочу сегодня-завтра сделаю там доску в том загончике. Пумбу перегоним туда. Вот эти загончики хочу. У меня, я так посмотрел, у меня металл есть. Ну, постепенно. Это, я часто езжу на металлолом. Там что-то посмотрел. Так, купил кусочек, трубу купил какую-то, уголочек. То есть, я так приблизительно посмотрел. У меня металл есть. И цемент есть у меня. Ну, тоже ж так же ж купил. Один мешочек, второй. У меня есть 2,5 мешка. Как раз, я думаю, хватит здесь забетонировать. И сделать здесь металлический загон. Потому что, друзья, мы с Катей так разговаривали. Вот этому загончику, вот этот загончик, самый, ну, из последних, которых я строил. То есть, вот этот я построил. А потом только я строил вот те два. Вот те два загончика, получается. И... Вот те загончики уже пришли в негодность. А из металла и забетонировано еще будет служить не один год. На крайний случай, я же говорю, даже если они пол разломают, по-любому со временем, можно сверху еще 5 сантиметров свежей стяжечки, и еще будет 5-7 лет служить. А металлу вообще по барабану, друзья. Металл не гниет. Ну а на крайний случай, я же говорю, если вот тут перегниет, можно будет продолбать. Но это все делается. Но не надо срывать полы. И из-за чего? Время дольше. Срок службы вот этого загончика намного дольше. Почему я и хочу сделать. Тем более материалы все есть, собрал. И потом до зимы хочу сделать тоже здесь. Потому что у них отходы, видите, корсарчики. Ну а мы убираем и утром, и вечером. Заметаем. Очень сложно. И мы с Катей поговорили. Сделаем здесь четко. Вот эту разберу. Короче, забетонирую тоже пол. И уже сделаю новую кормушку для козочек на зиму, чтобы им было лучше. А пока, я не знаю, куда-то тоже отсадим на время. Ну, тоже вместе. Мы сегодня так с Катей походили. Как бы посоветовался я с ней. Говорю, она говорит, давай вот так, но я говорю... сделать. И она говорит, кос можно передвинуть, и в дальнейшем тоже здесь сделаю еще один загончик для свиней. Ну, оно вообще так и давно планировалось, просто уже видите, вот эти вот доски, это что пумба такое не сильно мочит, они еще живые, ну а снизу они все гнилые. Здесь же что же, и вот эта вот резина, как бы из-за того, что здесь гнилые доски. Поэтому буду делать, а? Забетонирую, и будет хорошо, красиво. Здесь, друзья, я же говорю, вот стоит котел. Кто может не знает. Батарея, раз, два батарея, три батареи. То есть здесь тепло в сарае, друзья. Поэтому бетонный пол можно. Понятно, если бы здесь было холодно, на досках лучше им бы было. Ну а так, зимой, если там прямо сильные морозы будут, я, понятно, и кочегарить буду сильнее. И соломки подстелю, если что, для этих целей она у нас и есть. Так, все, сейчас возьму инструменты и надо будет сделать накрытие. Кстати, друзья, хотел показать еще. Вот они. Сейчас, раз. Насыплю вот такую пудру, друзья. Мы сыпем всегда вот такую пудру. А ну дайте поговорить. Просто от эктопаразитов. Раньше брали, тоже называлось, по-моему, от эктопаразитов, только в красном бутыльку. А вот этот раз вот такую вот взяли. Ну, такой не было. Попробуем вот эту. Ну, я думаю, хуже не будет. Не дают поговорить, гляньте. Да я же вам ничего не буду давать.
Сейчас что-то кину им. Угу. Кинул им еще немножко кабачка, пускай он позанимаются. И я вам расскажу как раз. Ну, короче, взяли такую. Разницы, я думаю, нету. Мы всегда сыпем, друзья. Чтобы, потому что воробьи прилетают сюда, вот эти дикие голуби. По-любому паразитов они сюда занесут. У нас мы когда-то не знали, как появились. И, кстати, вот недавно звонил человек, говорит, очень много. Но это уже запустили. Даже там немного курей у него. Он не знал, запустил, говорит, вот так заходишь и прям по руках. У нас тоже раньше, я помню, мы когда только первый раз столкнулись, засовываешь руку в гнездо, вытаскиваешь, они прям ползают вот так. Было у нас когда-то такое. После того мы вот всегда сыпем пудру, песочек, зимой вся зола, все. Я здесь собираю, и все им идет. Ну, все знаете, кто давно смотрит нас. В корыто с песочком тоже мешаю, сушу песок. То есть зимой сыплю это. Сейчас понятно, золы нету. Ну, я же не буду специально палить костер для золы. А зимой ее полно, я так бывает и собираю. Потом еще чуть-чуть и весной сыплю. А летом вот, обыкновенная любая пудра, которая есть, она работает. И паразитов нет вообще. Ну, как бы, когда вот мы запустили, не с тамазаном. Только ним надо. И надо обрабатывать мощным раствором. Вот если один пузырек, там, например, на литр, я делал на пол-литра, обрабатывал, короче, мощно. Потому что мы испугались, не поняли, что за чертовщина такая. Ну, короче... Избавились, и после этого сыпем всегда. Песочек есть, и как бы, ну, если они есть, кто держит курей, тот знает. Руку в гнездо засовываешь, все. Если они есть, по-любому, а вы их почувствуете, они ползают. Мы и так и в гнездо сыпем. Оно тоже нормально, как бы, работает. Так что такие дела. Сейчас сделаю и буду кидать. А, вон еще одна есть. А, там две даже. У нас всегда, мы стараемся препараты, которые нужны, всегда, чтобы были. Все, друзья, сделал. Ну, назад, в принципе, тут ничего такого сверхъестественного. Просто нужно было выделить время. И все. У меня есть еще вот такие длинные шестиволновые куски. Я сюда еще длинный, наверное, привезу. А этот сверху куда-то положу, да и все. И им тут хватит с головой. И, кстати, друзья, обрабатывал. Потом пошел, обрабатывал вот этой. От блох. А потом пошел вот эту взял. Потому что, друзья, это сильно воняет. Я не знаю, это мы первый раз взяли попробовать. Ну, первый и последний раз. В гнезда ее сыпать нельзя. Она как, знаете, воняет. Как то ли дуз там, что-то такое. Поэтому я не хочу. Я тут чуть-чуть посыпал, прям запах пошел.
Не, надо только вот такой. Она вообще, у нее тут такой приятненький запах. Ну и мы всегда вот это обрабатывали. Это не то, что я там это, просто свой, как бы, ну, свое мнение передаю. Вот, мы вот этим всегда пользуемся. Шикарно. Я просто как бы люди, по-любому, ну, а кто там сталкивается, например, с такой проблемой, и не знает, что делать. Я думаю, я чем-то помогу. Все, они, видите, даже не купаются. Ну, у них тут песок был, в принципе. Они не это. Надо будет и индюкам сейчас, наверное, привезу. Пускай. Кстати, а где она делась? Только что была же тут. Тут-то. Вот эта индюшка, которая здесь. Где она делась? Ушла. Всегда хочет туда до них проникнуть. Видите, я даже уже здесь, он лежит спокойно. Друзья, кто не понял, камни те я убирать не буду, я сделаю ему такой этот со временем. Ну, ему нормально, вот он на земле, как он вот здесь всегда лежал, возле Цезаря, а теперь лежит там. Точно так на земле, сейчас не холодно. Ну, я думаю, ему и зимой не будет холодно. Все, они успокоились и я думаю, все у них будет нормально. А вот она. Видите, у нее именно эту сторону поклевали паразиты. Ну ничего, я думаю, сейчас она на ноги встанет и кинем назад. Я вот заметил, нам еще написали, и я заметил, знаете что, друзья? Вот я обратил, что-то плохо какой-то индюшке. И все, они хотят ее, ну как бы все хотят ее клюнуть. Что-то еще хуже сделать. Или индюку, вот им плохо становится, такой вялый. И все, они все до него как бы цепляются. Это, друзья, 100% старая индюшка. Может, сегодня или завтра подцепим им хомутики уже. Потому что правильно написали, пока мы подцепим, уже большие повырастают, и потом уже тяжело будет определить. Так что такие дела. Ну все, этот сделал, я думаю. Ветром его не сдует, им там ходить хватит. Короче, все. Все, как я говорю, отлично, великолепно. Да. Вот этот петух, конечно, такой огромный. Самый главный он здесь бегает. А, не, Галашей не самый главный. Уже пошел на лежбище. Наелся, отдыхает. О, видите, они ходят, клюют свеженький песочек. Так что такие дела. И, друзья, я хожу вот это. Хожу постоянно. И гляньте. Гляньте, какая люцерочка. Скоро она подрастет сантиметров 30. И я уже начну ее косить. И буду давать, типа, сочненькое. Ну, и сюда буду кидать. Меленько резать на вот той своей приспособе. Чисто буду птички давать. И, может, по чуть-чуть там свинкам, козочкам. Не то, что там буду. В основном сено буду давать козам. А вот это будет как бы как деликатес. И когда буду косить, опять по новой буду поливать, и она опять будет расти. Так что, ну там, гляньте, какая зелененькая становится. Красота. Так что такие дела. И ванну сегодня хочу сейчас вылить всю воду сюда и буду уже убирать. Уже купаться я точно в ней не буду. И она здесь уже не нужна. Поливать уже как бы нечего. Да. Ну, уже, друзья, уже чувствуется, что осень близко. Уже и подсолнухи, гляньте, вон отцвели полностью. Ну, тут поле. Короче, да. Та и вон даже у людей, вон посажены тоже, они уже как бы все цвели. Да. Осень уже. Скоро и дерево. Вот это выкопаю, новое сюда посажу. Ну, отсюда. И все, это прижилось. Ну, я думаю, что он немножечко его погрыз. Оно восстановится. Это восстановилось. Друзья, я нашел березы. Вот эти. Ну, вот та, что еще как бы зеленая. Может, я оставлю. А ту даже не буду рисковать. Осенью выкорчую. И новую посажу. Там есть у меня 4 или 3 дерева. Ну, 3 дерева точно можно будет выкопать. И все, и пересадить осенью. Так что такие дела. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.